Thank you.
Thank you.
da. Da, cum te da? Cum e? Eu não vou fazer tudo. Eu vou fazer isso. Eu estou com o
Один, два, три. Thank you.
Какая фраза? Самое дальнее белое. Слушай, это дома что я не знаю. Так, ты уже там, нет? А, вот подходишь. Нет, стоп, стоп. Белую камеру, ее надо. Вот, да, да. Вот эту крутануть против часовой стрелки. Всю камеру. Чтобы крутануть против часовой стрелки. Стоп. Отлично. Еще сильнее. Стоп, отпусти. Еще больше надо. Градусов 10 надо. Еще. Да, в ту. Еще сильнее, сильно. Еще. Крутани вначале сильно, она пойдет назад. Вот. Хвост. Чуть-чуть за мной уже. Еще назад. Там светодиод, он самая нижняя точка занимает. Да, еще ниже. Крути, пожалуйста, не захочет самой стрелки. Приглашаем команды на огневой рубеж. Да. По первому счету старт принимает вот команда Чехии. Отлично. The first shooter range, знаешь, что ее можно делать? По второму счету старт принимает команда России. Вот там еще. Третий щит команда Германии. Shooting range 3, Team Germany, Patrick Dog and Marvin Falidog. Щит номер 4, команда Польши. Shooting range 4, Team Poland, Shimon Staszkiewicz, Jaroslav Siedecki. Щит номер 5, команда Беларуси. Shooting range 5, Team Belarus, Николай Кореновский, Александр Попе. Щит номер 6, команда Венгрии. Shooting range 6, Team Hungary, Toma Tomaszow, Benz Harangoso. Щит номер 7, команда Франции. Shooting range 7, Team France, Simon Kass, Alexander Henrar. Щит номер 8, команда Испании. Shooting range 8, Team Spain, Alex Heredia-Vives, Juan Hisper. Щит номер 9,
Команда Великобритании. At this point, I'll proceed to warm up. Thank you.
Субтитры сделал DimaTorzok.
до конца разминки 10 минут. Просьба тренерам покинуть стрелковую зону. 10 minutes before the end of the warm-up. At this point, we are asking coaches to leave the shooting range. Просьба тренеров покинуть стрелковую зону. We're kindly asking the coaches to leave the shooting range. Thank you.
До конца разминки 5 минут. Warm-up will finish in 5 minutes.
Please start according to the timer on the screen. 10 seconds. Can you stop? 5, 4, 3, 2, 1. Кто сейчас напоминает? Вот этот ответ первый, да, получается? Вот за ней, да? Вот этот, розовая шапочка. Thank you.
Так, сборная Чехии первой передает эстафету. На втором месте идут немецкие спортсмены. Замыкает тройку на передаче эстафеты спортсмены из России. Он же Поливка из Чешской Республики уходит с последнего огневого рубежа первым с солидным запасом. А за места на подиуме будут бороться команды Германии, Польши и Франции.
Так золото мужской эстафеты завоевывает Чешская Республика. Второе место вырывает команда Франции. И третье место за командой Германии. В 17 часов 30 минут состоится церемония награждения мужской эстафеты. Просим команды-призеры и их тренеров собраться возле подиума. Dear friends, dear athletes, in 15 minutes we begin the awarding ceremony and we kindly invite the athletes and coaches to come to the podium for the awarding. Jump in my ride. Ooh, ooh, ooh.
Через 10 минут состоится церемония награждения мужской эстафеты. Команды призеры и тренеры команд приглашаются к подиуму для церемонии награждения. In 10 minutes we start the awarding ceremony. Medalists and coaches must be ready in 10 minutes. For awarding ceremony.
Для церемонии награждения приглашаются команды-призеры, команды Германии, Франции и Чехии. Через 3 минуты начнется церемония награждения чемпионата Европы мужской эстафете. Dear athletes, we kindly invite the prize winners and the winners of the European Championship for the awarding ceremony. In 3 minutes we begin the awarding ceremony, so we kindly invite Czech, Germany and France. For awarding ceremony, please appear near the podium immediately. Смотрите на сайте.
L'équipe de France. Laissez revenir à vous. Merci. Начинаем церемонию награждения чемпионата Европы по современному пятиборью 2017 год мужская эстафета. Ladies and gentlemen, we begin the official protocol awarding ceremony for European Modern Pentathlon Championships 2017 men's relay. Третье место заняла команда Германии. The third place belongs to Team Germany, Patrick Dog and Marvin Dog. Награждение бронзовых призеров проводит Александр Савченко, главный судья чемпионата Европы по современному пятиборью. The awarding ceremony for the bronze medalists is being held by Alexander Savchenko, the director of European Championships 2017. Второе место и серебряные медали завоевала команда Франции. Second place and silver medals belong to the team France, Alexander Enrag and Simon Cassé. Награждение серебряных призеров проводит Андрис Тельманис, член комитета по бизнес-проекту Международного союза современного пятиборья. The awarding ceremony for the second place and silver medals is being held by Andres Feldmanis, the member of Business Affairs Committee at UIBM. Первое место и золотые медали завоевала команда Чехии. First place and golden medals and the titles of European champions belong to Team Czech Republic, Ondřej Palivka and Martin Pilko. Награждение победителей проводит Михаил Прокопенко, председатель Белорусской Федерации современного пятиборья. The awarding ceremony for the first place is being held by the chairman of Belarus Modern Pentathlon Federation, Mikhail Prokopenko. Дамы и господа, в честь победителей звучит государственный гимн Чехии. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Czech Republic. Аплодисменты победителям и призерам. Ladies and gentlemen, give them the round of applause for the winners and the prize winners of European Championships.
памятными кубками. Организаторы соревнований награждают тренеров-призеров. Ladies and gentlemen, and we begin the awarding ceremony with the commemorative cups for the coaches of the winners and the prize winners of European Championships 2017. На подиум приглашается тренер сборной Германии Берн Олег. Ladies and gentlemen, give him a round of applause, where you will see the coach of Team Germany, Ulrich Berndt. Награждение проводит Александр Савченко, главный судья чемпионата. The awarding ceremony for the third bronze medalist coach is being held by Alexander Savchenko, the director of European Modern Pentathlon Championships 2017. На подиум приглашается тренер серебряных призеров Макс Перу, Франция. Ladies and gentlemen, please welcome the coach of silver medalists, Max Perou, representing France. Награждение проводит Андрис Фельдманис. The awarding ceremony is being held by Andris Feldmanis, the member of Business Affairs Committee of UIPM. На подиуме приветствуем тренера победителей, господин Чес Мирновак, Чехия. Ladies and gentlemen, please welcome the coach of European champions, Честмир Новак, representing Czech Republic. Награждение проводит Михаил Прокопенко, председатель Белорусской Федерации современного пятиборья. The awarding ceremony of the champions coach is being held by the chairman of Belarus Modern Pentathlon Federation, Михаил Прокопенко. Дамы и господа, еще раз аплодисменты командам-призерам, тренерам поздравляем. Ladies and gentlemen, give them the round of applause when you see the best three teams in men relay. One more time, our congratulations. Время для памятных фотографий и затем время для общения с прессой. Here comes the time for commemorative photos before we proceed with the press conference.
his soul. And when his daddy would visit, he'd come along. When they gather around the starlet talking, Dustin and Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. You see, he was